Все просто с сайта застройщика. Ну о главном. При бронировании и покупке онлайн можно сэкономить 4000 рублей за квартиру до 40 квадратов, 7000 рублей при покупке квартиры до 55 квадратов и 10000 рублей за квартиру больше 55 квадратных метров. Как это работает? На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным. Шаг первый – выбрать квартиру. На сайте представлены все комплексы и квартиры, что есть в продаже. Указаны их характеристики, размеры и планировки. Можно выбрать этаж и куда будут выходить окна. Когда выбор сделан, остается нажать кнопку «Забронировать». В течение часа с момента бронирования с вами свяжется менеджер застройщика. И с этого момента он становится вашим персональным помощником и будет решать все возникающие вопросы. Затем подробная консультация. С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов и возможность использования акционных предложений. Консультацию можно получить не только в Минске, но и в других городах. В Гомеле, Мозыре, Бресте, Лиде, Барановичах, Пинске. Адреса вы увидите на своих экранах. Выбранная через интернет квартира бронируется покупателем на 3 дня. Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес. Вам не нужно посещать офис продаж. Курьер доставит оригиналы бумаг на подпись по указанному вами адресу. Важно! Покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит бонус от застройщика – снижение цены от 4 до 10 тысяч рублей на стоимость своей квартиры. Застройщик ускоряет строительство. Новоселы еще 2 домов в комплексах «Минск-Мир» — это 322 семьи, и «Маяк Минска» — еще 157 семей. Они получили ключи от своих квартир. Прошла приемка покупателями своих квартир в доме «Гоген» на «Маяке Минска», и это еще 110 семей. «Маяк Минска» изменил облик столицы. Остались свободными только несколько квартир в домах Микеланджело, Рафаэль и Гоген. Парк Челюскинцев – престижное жилье у границ парка в центре Минска. Квартиры доступны в домах номер 1 и номер 2. В одной из секций дома номер 1 будет встроенный детский сад. В доме номер 2 действует акция «минус 10% на все квартиры». «Минск-Мир» возводится по принципу «город в городе». Это самая масштабная стройка в стране. Здесь до 2027 года будет возведено 3 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. А еще поликлиники и медицинские центры, спортивные и торговые сооружения, офисные площади и объекты общественного питания. Начато строительство международного финансового центра. Тут будет и крупнейший торгово-развлекательный центр, и новый городской парк. 2 станции метро свяжут Минск-Мир с другими районами. На выбор огромное количество разных по площади квартир. Строительство первого квартала Emirates Lux уже завершено. В продаже остались квартиры лишь в 2 последних секциях дома Emirates Valna. Как купить? Длительная рассрочка без переплаты процентов. В комплексе «Парк Челюскинцев» на 4 года, в «Маяке Минска» на 5, а в «Минск-Мир» на 10 лет. В апреле застройщик объявил акцию «Платежные каникулы». Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. Условия первоначального взноса от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более половины стоимости квартиры, он получает дополнительную экономию на цене каждого квадратного метра. Действует также весенняя акция «минус 10%», которая распространяется на квартиры в квартале «Северная Америка» комплекса «Минск-Мир» и дом номер 2 в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь цена квадратного метра уменьшена на 10%. При этом при покупке в рассрочку действуют и платежные каникулы на 6 месяцев, и дополнительные бонусы при первоначальном взносе свыше 50% и при онлайн-бронировании. Но только до 15 апреля. От 4 до 10 тысяч. Для вашей выгоды это только начало. Важно позвонить застройщику и уточнить все детально. Самое время это сделать.